И всем привет, дорогие друзья, на канале Альфа. И сегодня, ребята, хочу поиграть в группу под названием Brawl Stars. И сегодня, ребята, я буду выполнять квесты на путь припас. А также, ребят, сейчас открою я боксики на пути к славе. Вот, да, ребят. А именно, открою я два боксика. Один большой, один маленький, да. И заберу Динамайка. Ну и позабираю остальные награды. Ну скоро, ребят, я скоро буду наконец-то разыгрывать этот аккаунт. Думаю, ребят, уже осенью его точно разыграть, потому что... Ну, может быть, ребят, я даже до конца его и не пройду, вот этот фрипас. Так что посмотрим, ребят. И вот, ребята, в комментарии спрошу о видео. Думаю, ребят, вы игру смотрели, так что погнали открывать боксики. Ага. Ага. Погнали. Так. Забрать большой ящик. Погнали. Давай. 76, ничего. Да, так и думал. Так, качаем, пожалуй, в Бенни, потому что я вообще бойцов не прокачиваю, как бы они все равно, если честно. Так, Динамайк у нас. Забираем золото. Забираем большой. Ой, обычный ящик, да. Так. И забираем. Скачаем Джесси. Все, погнали. Владелец аккаунта, ребят, все прокачает вот это, да. Буду, ребят, играть я, конечно же, в Brawl Ball, потому что у меня квест на него толком хороший, да. Ну и за розу, потому что, думаю, нормально, так, погнали, все. Снимаю не сам, потому что, как бы давно сам не снимал, погнали, ребят. Надеюсь, лагать не будет, все будет нормально, я по интернету, если что. Так, понятно, я просто на зарядке сейчас был, все. Я снял телефон с зарядки, все будет нормально, надеюсь, погнали. О, все, как плавно стало. Блин, все равно немного подлагивает почему-то. Блин, давай. Телефон-то все-таки у меня не новый. 7 лет ему, ребят, капец. Да блин, интернет еще. Офигенный. Давайте, забейте гол. Гол, давайте. Давайте, пацаны, забиваем. Ну что, пацаны, аниме? Что, пацаны, аниме? Есть, Альфа забивает гол. А, Альфа просто топ. Так, ладно, все, ребят, погнали. Оп. Оп. Вы тупые, скажите мне. Не ваше дело. Капец. Барли вообще ничего не делает. Только Бу, я. Всю команду тащим. Понятно все. Так, ребят, первый матч. Матч окончен. Да. Это хорошо. Так. Погнали еще. Нет, только не принимай. Барли, ой, ебой, ура. Я думаю, сейчас он примет. Я думаю, буду сейчас с ним играть. Это просто трэш. Блин, лагает. Лагает, ребят. Немного, да. Давай. Лео, иди сюда. Чё? Потягаться со мной хочешь? Ну, вот, всё. Так, кольта убиваем. Надеюсь, или нет. Или, да, нет. Я не убиваю, к сожалению. Да. Так, ты иди там. Окей. Я кокну. Блин, меня кокнули. Серьезно? Наши деньги. На, серьезно. Ты не верил. Не верил, нет. Дед Митяй, устав от постоянного кашля, решает перейти с папирос на электронные сигареты. И уже ночью его начинает мучить электронный кашель. Рикошет, что делаешь? Рикошет, что тупой? Так, Эль Прима минус. Эль Прима, Эль Прима минус. Давай, 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 давай. Кокай меня. Кокай, давай, давай. Не получится все равно у тебя. Так, понятно, хилимся. Все ясно. Все ясно. Дай мяч. Офигеть. Если ты сейчас взорвешь, я буду в шоке. Ребят, извиняюсь, но, блин, все равно меня бесит. Бесит интернет мой. А, нет, это сервак, кстати, мне кажется. Сервак бешеный, просто капец. Переполнен, наверное. Дай мне мяч, спасибо. Не, лучше бы не давал часы. Давай, рикошет, забей, ну пожалуйста, только будь нормально. Давай, нормально забей, тебя умоляю, давай. Давай, даже с помощью ульты можешь ее использовать. Давай. Тяжеловес. Блин, твою мать. Иди нафиг. Блин, давай, появляйся еще один, давай. Вот, все, все теперь нормально. Нормально, да? Все, хана. Да вы тупые, тиммейт, я вам честно скажу, ребят, у меня будет бомбить сейчас, я отвечаю. Да не бомбит
Сам чё рвёшь? А чё не говоришь, что у меня бомбит? Что у меня нет бомбита? Бомбит у меня! Да. Немного. Бомбит. Я шучу, много. Дай мяч! Быстро! Офигеть! Блин, думаю, сейчас забьет. Фиг там. Давай, 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 пожалуйста, забейте. Пацаны, давайте, я вас верю, забивайте гол. Пожалуйста, давайте. Давай, давай. Все, ребят, у меня бомбит, честно. Ребят, играть с такими тиммейтами — это одно удовольствие, честно вам скажу. Две катки в ШД одиночно, погнали. О, давайте, ребят, давайте, сейчас будем тащить по-жесткому. Посмотрите. Дэрил, блин, еще этот песит меня. Надеюсь, я тебя сейчас отожму, да? Да, я тебя сейчас и заберу, в принципе, да. Да. Забираем его, он какой-то тупой вообще. Это бот, походу. Так. Пять бойцов уже, ну, четыре. Без меня, да. Да. Так. Не понял, ты что, вообще офигевший, что ли? Давай, оп. Что? Все, это все, на что способен, ну да. Да, как-то легко, ребят. Вот, Поко. Ну все. Холдик, ты же настоящий. Все. Я имею в виду, что вот этот Поко, он, это не Холдик. Да. Так. Погнали, еще одну каточку. В принципе, можно еще пару каток сыграть. Не, ну, не именно одну. Можно еще несколько, да? Вы тоже так думаете, ребята, тоже так думаю. Так, забираем. Пожалуй. Ребят, если что, я извиняюсь за надпись Кайнмастер, потому что... Ребят, если честно, у меня вот тот Кинемастер, там, где у меня не было вот этой надписи, там, в общем-то, он обрезает, ребят, с некоторыми багами. Вот, допустим, я хочу отрезать вот в этом промежутке. Он не отрезает, ребят, он тупо не позволяет это сделать. В общем, ребят, лучше пользоваться хоть этим Кайнмастером, там вот этот... Блин, твою дивизию... Капец, интернет, я тебя ненавижу, честно скажу. Бесит. Ну что, ребят, вы поняли. Лучше этим пользоваться Кайнмастером. Там хоть и надпись Кайнмастер, но все же, ребят. Хотя я бы так не сказал, каким лучше пользоваться. Потому что там ты Full HD сможешь монтировать. А вот в этом Кайнмастер фиг там. Чтобы Full HD монтировать, надо платить. Бесит. В общем, ребят, 720p. В ближайшее время будет на моем канале. И 720p качество видео будет, да. А там, ребят, дальше посмотрим, может, и Full HD откроется. Надеюсь, ребят, я как-то постараюсь это исправить, потому что, ну, 720, ребят, это, блин, ник идеальный, просто подходит к тебе. А, так, ладно. Идем сюда. Так. Крутой пацан. Очень крутой. Тебя убили. Да, очень крутой. Чё? Чё, ты нарываешься, да? Вот я нарываюсь. Иди нафиг. Так. Блин, интернет не... Так, нет. Интернет, не надо, не подведи меня. Ура, Мишка, ты молодец просто. Эль Прима, ты просто молодец, забрал у меня Мишку. Фу, хорошо, похилился. Так, давайте, ребят, их зажмем. Ой, ё-моё, сейчас меня зажмут. Иди нафиг. Блин, твою дивизию. Всё, хана мне. Хантер. Или кто там? Да, Хантер, иди нафиг отсюда. Так, в общем, снимем кустику, сейчас хилимся, ребят. Ждем, пока будет три бойца, и погнали атаковать Эль Прима.
погнали. Ё-моё, хотя нет. Где нафиг? Интернет, нет! Давай, Дарья, убей его, пожалуйста, давайте вы там... Пока будете драться, я тут посижу, пересижу, да? Все нормально? Ну что, не против, нет? Давайте, деритесь, там я сейчас Дарья, походу, убью, да? О, молодец, я так. Идем сюда. Потом, ребят, убиваем примата. Мы, ребят, с ним наравне, так сказать, по хп... Ой, мы по хп нет. Это точно нет. Так, ребят, это стопудово не бот, это человек играет. Что? Что ты хочешь? Понимаешь, нету смысла с тобой тимиться мне. Мне просто нету смысла с тобой тимиться, понимаешь? Нету смысла, блин, ребят, меня убили, хана. Итак, ребят, вот плюс 8 кубасиков получу я, также 64 вот этих звездных старпоинта, да. Так, погнали, ребят, еще пару каток под музыку и, наверное, закончим ее, да.
Mm-hmm.